Появились печальные новости для поклонников турецкого актера Бурака Шивита. Стало известно, что артисту грозит 4 года тюрьмы. Генеральная прокуратура Бейкоза рассмотрела жалобу членов съемочной группы на Бурака Шивита. Следователи запросили для актера реальный тюремный срок за неподобающее поведение. Скандал разгорелся еще в середине октября 2021-го, когда коллеги подали коллективную жалобу на актера. По их словам, во время съемок сериала «Основание Осман» артист был агрессивен. Он несколько раз выходил из себя, выкрикивал ругательства и произносил угрозы. Свидетелями инцидента стали несколько членов творческой группы. Теперь же прокуратура составила обвинительное заключение по статье об оскорблении нескольких лиц. Согласно этому документу, Бураку может угрожать от 3 месяцев до 4 лет тюрьмы. Обвинительное заключение было отправлено с утра Йона Бейкоз. Сами слушания начнутся в ближайшие дни. Разумеется, Ашивит отрицает все обвинения в свой адрес. Актер подчеркивал, что находится в прекрасных отношениях с членами съемочной группы, а разгоревшийся скандал – провокация недоброжелателей. «Любой, кто меня хорошо знает, понимает, что я не тот человек, который может кого-то проклясть. Эти люди используют мое имя, чтобы очернить меня», – рассказал актер. Бурака поддержали многие коллеги, но журналисты пока настроены против звезды. Так, репортер Мерсен Алтунташ уверена, что Ашивита нужно привлечь к ответственности, чтобы предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем. Напомним, что Бурак Ашивит является самым популярным актером Турции. До недавнего времени у звезды была идеальная репутация, но сейчас в его жизни наступила черная полоса. Помимо обвинений в агрессии в прессе, то и дело появляются слухи о возможном разводе Бурака с супругой Фахрие Эвджен. А вам нравится этот артист? Делитесь своими мыслями в комментариях.